А тем временем из Коми в наш подшефный город Ровеньки Луганской Народной Республики прибыли две машины с гуманитарным грузом. В фурах строительные материалы от предпринимателей Каткировского района, продукты питания, средства первой необходимости, классическая литература для библиотек, а также бытовая техника для местного центра социальной реабилитации. Такая помощь действительно попала людям, которые действительно нуждаются в этом. Наши подопечные города Ровеньки. В отделении социальной реабилитации на данный момент все знают, что находятся беженцы, это переселенцы с эвакуированных территорий. Поэтому такая помощь нужна. Мы очень рады, благодарим Республику Коми и весь народ Республики Коми за оказанную помощь. В город доставлено оборудование для пожаротушения, переданное ровеньковским коллегам от сотрудников МЧС Республики Коми. И это только первая партия помощи от огнеборцев. Нам передали рукава, в тех, которые мы нуждаемся, это 51-го рукава. Нам передали групповые фонари, большие для освещения, а также бензогенератор, который используется при ликвидации аварий техногенного характера. В зимнее время это больницы, детские садики, когда происходит отключение от электроэнергии, мы теперь можем обеспечивать полностью освещение данных объектов. Напомним, это уже пятая партия гуманитарного груза от Республики Коми в помощь жителям Донбасса. Сбор продолжается. Принять участие в благом деле может каждый.